Друзья, всем привет, лето 24-е, мы в Чаадаш, Кундуры. Там автостанция Джумапазара, автобусы приходят с Манавгата, с Канаклы, с Тюрклера, с Авсалара, с Махмутлара, с Каргиджака. Там находится Фуламода, Вайкики второй, который ближе к Клеопатре. Де-факто, в конце сплывут ссылочки на видео, как сюда пройти. Я шел из пляжа сюда, без паузы монтажа. И откуда я только не шел, это вулкан. У нас вулкан, привет. И мы идем смотреть, вот Алибаба как раз получает сейчас новую обувь при мне, ящик приехал, Алибаба ее разбирает, она ждет Татьяна. Привет, Алибаба! Привет, привет! Так, новая обувь приехала, да. А Таня нам... Ух ты, я уже вижу кучу нового. Давай. Всего. Привет, Татьяна! Всем привет! Привет, Ромка Рокер! Привет, привет, друзья! Я замолкаю. Тебе? Почему? А мне пишут, лучше ты молчи, пусть Таня говорит. А ты знаешь, мне начали тоже писать, я сегодня делала видео... Чтоб я молчал? Нет. Я сегодня делала видео, Али снимала, он рассказывал в Инстаграме. И мне одна девушка написала, вы слишком много говорите, вы перебиваете мужчину, дайте ему рассказать. Ну, у меня наоборот всегда все, поэтому лучше я буду молчать. Слушай, столько всего красивого сразу. Давай. Ну что, друзья, сезон продолжается. Жара в Алании началась просто страшная, поэтому... Ну как страшно? У меня ноутбук портится даже. Мы так просто как бы говорим. Но жарко, что сказать, жарко. Сильно влажно, сильно жарко. Поэтому все, кто собирается приехать в Аланию, приезжайте и готовьтесь к тому, что нужно будет попотеть, друзья. Да. Так, что расскажу вам по моделям. По моделям у нас... Как всегда, все красивое, самое лучшее для вас. Можешь, Рома, поснимать. Верхние, Hermes, да, получили классные. Ой, красивые какие. От 36 по 40, по 42 размер отшиваются. Цена за них $55. Батальные размеры тоже есть. Пойдут на разную ножку, на большую, на маленькую. Ширина, без ширины. Супер модель, классные очень. Рекомендую вам их. Они у нас были только в трех цветах, но мы дополучили еще в оранжевом цвете, получили еще в розовом цвете такой красивый фуксия, вот, и зеленый красивый цвет, вот они все такие классные, отшиваются в размерах от 36 по 42, цена за них $55. Также, друзья, мы получили очень классные вот такие модели. Тоже отшиваются в больших размерах. Фирма Пани Гуареро радует нас просто всегда Стамбул. Красотой. Стамбул. До 42 размера покрути. Отшиваются. Цена красивый за них... Али, что на когда? $69. Хорошая подошва. Несмотря на то, что она как бы такая легкие. Грубовата, да, но они очень удобные, мягкие и легкие. Хорошая модель. Также есть в наличии и в черном цвете. Вот в черном цвете. Так, большие размеры шлепок у нас вот тут вот есть тоже. До 43 размера на разные ножки подойдут. Танкеточки, друзья. Все у нас тут есть. $65 цена. Очень легкие, удобные. Ножка не будет вообще прям супер легкие. Вот это мега удобная модель. Несмотря тоже на легкие, да? Подошву. Они ну, да, прям конечно. Очень хорошенькая такая модель. Потом, что у нас еще есть красивое? Вот это просто тоже разрыв. Инстаграм разрывает просто на ура. Все очень актуальны. Все у нас спрашивают эту модель. Также она есть и в белом цвете у нас. Отшивается в размерах от 36 по 40. Цена за них $49. Так, друзья, потом, что мы получили еще? Мы дополучили еще вот такого плана модели. Они у нас раньше были в двух цветах. Теперь мы их уже заказали в трех цветах. Белый, черный, беж. Очень удобные, легкие. Кому нравится такой леопардовый принт, он есть Чаадаш. Отшиваются в размерах от 36 по 42. Цена за них $59. Потом, родные... Змеиный принт, змеиный, тоже да. Очень актуалочка такая, тоже хорошо их продаем, очень классные, на узкую длинную ножку будут хорошо. Отшиваются в размерах от 36 по 40. Мель Димор, всеми любимая фирма, которая нас всегда радует, очень мягким, друзья, посмотрите, очень мягким. Они также отшиваются еще и сандаликами, цена за них $59, в этом сезоне фирма Мель Димор дешевле, чем в прошлом сезоне, заметьте. Не все такое дорогое. Обычные шлепочки дополучили. Фирма Пани Гуареро. Очень интересно они смотрятся. Они большемерки. Могут идти на 41 размер. Хотя отшиваются от 36 по 40. Но могут свободно идти на 41, на 42. По ширине очень хорошо, потому что есть резиночка. Также они еще отшиваются и в серебряном цвете.
очень хорошенькие модели. Такие. Цена 59 долларов. Подождите, нет, пардон, 49, да. А, получили еще вот такие. Все вы помните, много, слушай, мы посмотрели Ромку и пришли к вам за вот такими белыми. Угу. Но теперь у меня есть и бежевые, и черные. Цена за них 59 долларов, отшиваются в размерах от 36 по 40. Они, друзья, идут размер в размер. Могут даже иногда мало мерить, поэтому замеряем по стелечке. Ну и просто актуалочка такая, разрыв, Хермесы. Друзья, это дорого-богато и очень сейчас актуально. Модели отшиваются в размерах от 36 по 41. А, на липучке, что очень удобно. А, будет хорошо на широкую ножку, у кого чуть-чуть полнота, не сильно полнота, но они будут прям хорошо скрывать, обнимать, и очень удобная подошва, супер. Очень актуальная модель, очень много их продаем. Цена за них 69 долларов. Угу. Вот эти тоже очень хорошая модель, мы еще получили их в зеленом цвете, цена за них 69 долларов, отшиваются в размерах от 36 по 40, с закрытым носиком такие. Тоже такая актуалочка, хорошенькие. Все вы, может, помните вот такую модель. Тоже очень актуальна. Она у нас была в чистой коже, а мы еще для вас заказали в лаковой коже. Они тоже красиво смотрятся. Лаковая кожа так блестит. Очень красиво на ножке. Рекомендую. Цвета крутая есть. Модель. Нет, только черный. В черном цвете купили, да. Потом вот эти. У кого узкая длинная нога и кто любит такой минимализм, как я, можете снять, Рома, мою ногу. Вот они. Я сама в такие хожу. Угу. Друзья, целый день на ногах. Мне в них очень удобно. Цена за них 59 долларов. Они отшиваются до 42 размера. Очень классная модель. Но она будет только на ту ножку, которая без косточек. Угу. Без косточек. Очень тоже хорошенькие. Тоже фирма Пани Гуареро. Какое название интересное. Что еще показать? Что показать еще? Боже, так много всего. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим еще. На Хермес. Рома, господи. Ну, я люблю все, где джинсы есть. Я не люблю. Я честно, вот я вот от души вам говорю, я не понимаю. Вот зачем это? А кто-то ж любит? Не, ну это кто-то любит, но я на цвет, на вкус я товарищ Вулкан, нет. Простите, наверное, меня, да? Кто кому это нравится, но я не понимаю. Мне нравится. Вот оно нужно вот это. Нужно. Ну, значит, нужно. Нужно, друзья, приходите, говорите, Ромка модель. Не, или просто понимаешь, не, Рома, классно, подожди, смотри. Рома, под джинсовую юбочку, просто... представляешь, как красиво. Нет, да. Но я не понимаю. Я не понимаю. Да? Сейчас Али будет на меня кричать. Она это, Алин нравится. Джинс люблю, это да, я люблю. Да, девушка модель. Есть красивый джинс, но вот это. Раз мужчины любят, значит, точно. Не любят, но есть красивые джинсовые. Модель разная, нормально. Тама. Человек-то разный, потому да, что да. Мы есть красивый, это... есть некрасивый. А мы всегда, девушка всегда красивая, правда? Да, конечно, мужчина да красивый. Мальчики, и вы все красивые. Да. Мальчики всегда говорят, что я всегда девочки говорю. Мужчины, мы вас всех любим. Так, мужчина, у Тани есть муж. Вот он, это не все знают до сих пор. Все знают. Не же. Все знают, в том-то как и не дело. Знают. Вот не все знают. Так. Еще красивые Хермесы. Белый и лаковый цвет. И черный цвет, друзья, тоже очень актуально. Уже многие из вас купили, уже у всех есть. Кто покупал? Кто покупал, чаще напишите, пишите отзывы, да, напишите, а то вы мало пишете. Напишите. Напишите хорошее. Кто недоволен, напишите. Только плохое пишет все время. А хорошее столько плохое. Покупают, и никто не хвастается. А плохое что пишут? То цены не такие, то мы не так рассказываем, то еще что-то. То... Ну уж извините, мы сценарий не пишем, да, друзья. Да. Как есть, так есть. Вживую рассказываем. Да. Мы не все слишком умные и не все тупые тут. Поэтому уже как есть, так есть. Может, если вы можете рассказать лучше, придите. Приходите, расскажите. Я вас сниму, да. Да. Потом, что еще? А, ну и фирма Night Blue всегда нас радует тоже красивыми, шикарными и... конечно, моделями, которые будут вам очень удобны, и также большие размеры от 36 по 42, цена за них 69 долларов. Очень такая актуалочка. Вот эти тоже, смотрите, какие. Девчоночки, это просто пушечка вообще. Они такие удобные. Когда меряют на ногу, Рома, реально уже не хотят снимать. Босиком, да? Вот просто, просто супер. Легкие. Просто супер. Так, что еще раз? Куча всего есть по 30 долларов, несколько рядов, друзья. Ну, все кожаное, кстати. Сейчас продолжить вам рассказывать Али. Может, вы за ним заскучали? В этот ряд, да, или на второй этаж. В этот ряд, да? Ну-ка. Так. Вот. Зеленое, белое. И вот это. 36-43 размера есть. 36-43 размера есть. Класс, красивое. Это хорошо, качество.
Нормально цена 69, баттал размер 79 доллар. Угу. Полностью натуральная кожа, хорошее качество, это Истанбул фирма. Все, мой гарантия, фирма гарантия. Еще вот эти кроссовки. Размеры 36-41 размеры есть. Подошва полуретон очень легкая, граммажа очень мало. Вообще класс. Да, еще вот такие. Цвет черный, белый, беж, синий, красный, голубой синий. Очень мягкий, удобный. 65 доллар. 65. Комплект перешит еще. 36-41 размеры. Кожаны, сахарным кожаны. Как они, диабет? Мягкий. Вот, удобный. Мягкий. Конечно, мягкий, очень удобный. Обувь почти тут вся, почти ортопедическая, потом, очень много. Вот эти модель стандарт 30 доллар. Все там 30 доллар, 30 доллар, этикет есть, все. Там все это 30 доллар. Силикон подошва комплект, ручная работает. Полностью натуральная кожа, ортопедичная, хорошего качества. Цвет, о, 10 цвет есть. Да. 10 цвет есть. Беж, красный, синий, вот эти классные. Белый, чисто белый. Дырочки, без дырочки, все есть. Еще чуть-чуть летний сезон, потом это кроссовки, модные кроссовки. Дырочки, без дырочки. Вот такие типа. Легкие, граммажа очень мало. Еще одна рассказывает, а что, потому что это бак. Вот модель одинаковый, подошвы разные. Одна есть полиуретан подошвы, вот эти силикон подошвы. Чуть-чуть граммаж другой. Полностью натуральная кожа. Цена до 59-69 доллар баттал. Еще вот такие типа беж, серебро. Вот белый беж, серебро есть. Без дырочки черный, золото, чисто белый. Золото там, вон как бы, там. Да. Подошва. Очень хорошо, качество не скользит. Граммажда мало. Сейчас популярно, модно вот эти балет. 36-40 размеры, цена до 50 доллар. Еще баттал размер 41-42-43 размеры есть. Кроссовки есть, тапочки есть, сандали есть, босоножки есть, макосен есть, Hermes модель есть, там ромка беж, розовый, белый. Все это большой баттал размеры есть. Еще сандали там есть. Сейчас очень актуально, модно. Легкие, перешит. Ромка, вот эти. Красиво. Вот, может быть, Зейнеп видел. Ручная работает. Цена до 40 доллар. Очень хорошо качество. Еще сабо. Кто хочет сабо? Вот это сабо есть, ортопедично. Подошва. Вот. Закрыт носик у них. Цена до 1290, примерно 40 доллар. Ортопедично. Потом все это баттал. 41-42 есть. Дышит. Легкий, удобный. Полюретан подошва. Большой выбор есть. Мужские наверху, женские наверху кроссовки есть. Хватит сегодня. Это, раз, да, еще чуть-чуть время потом. Постоянно что-то новое приходит. Вы приезжаете, а тут еще что-то новое. Сейчас это летний сезон, шьет фабрики все. Осень, весна, зима, сапожки, это все работает. Чуть-чуть время потом, чуть-чуть можно осень, макосен, ботинки, зимние обувь, туфли больше зимние, будет. Да, да. Мужская обувь как бы. Очень много, на втором этаже, да, все есть, друзья, ссылочку повешу. Все контакты, Instagram, адреса, инстаграмы, да, да, телефоны, ватсапы, все телефон, в описании и закреплено в комментариях. Кто хочет, это напишет, позвонит, рассказывает, все это информация. Любой вопрос можете покупает задавать. Покупает или не покупает, без проблем нет. Важно это, кто прийти хочет. Прийти чай попить. Нет, и посмотреть сюда обувь. Не пришли, можно позвонить, все информация, онлайн, офлайн, все это рассказывает, без проблем нет. Плохо да рассказывают, хорошо да рассказывают. Да. Только рассказывают, Ромка. Да. Еще Таня, все, Афганистане информацион, он хорошо язык, все, потому что язык, русский язык, язык. Я турок. Язык. Язык, это чуть-чуть не помню, потом, может быть, забыл чуть-чуть. Ну ты учишь, совершенствуешь. Учу, конечно. Когда я 5 лет больше, раньше,
Раньше, да, Ромка. Раньше. Да. Как вы говорили до этого? Назад. Назад. Вот Таня его не поправлял, он говорит назад. Я говорю, Али, раньше. Раньше, раньше. И он выучил. Молодец. Сейчас я раньше рассказываю. Ты правильно учишь. Да. Ты мужчина, потому что. А Таня говорит так же неправильно, как он. Я говорю, Таня, ты что его покрываешь? Где моя София, чтобы сейчас она меня поддержала? У вас сейчас мужская солидарность, подожди. Назад, назад. Потом одна рассказывает, а что? Все мой обувь, мой гарантия, Ромка, первый раз. Потом это фирма гарантия. Кто я покупаю Истанбул, оптом покупаю, это гарантия фирма покупаю. Хорошо, качество шьет, покупаю. Потому что важно, когда клиент покупал, я счастливый. Чтобы они много лет носились, да. Клиент счастливый, я счастливый. Я правильно и сделаю. Все, заканчиваем. Нет, еще не все. Еще хочу я уже замерз тут у вас. То, что, друзья, очень важно для нас и для вас тоже, потому что это ваши деньги. Хочу вот так рассказать быстренько. Кожаную обувь, я понимаю, что она как бы на дождь может идти, но кожаную обувь в стиральной машине мы не стираем. Кроссовки, Вода нельзя. Нет, подожди, смотри, если, ну потому что это не Турция, в других странах идут дожди, знаешь? Да. Если так случилось, что вы, допустим, намочили свою летнюю обувь, вы ее можете аккуратненько снять, если там есть стелечку достать, их просушить, если так случается, что они просто, знаете, бывают разные ситуации, что стирают кожаную обувь в стиральной машине, и потом хотят, чтобы мы обменяли. Ну, понимаете, вы же тоже должны отвечать, мы же все взрослые люди, и понятно, что обувь кожаную в стиральной машине мы не стираем. Мы можем постирать только текстильные кроссовки при температуре не выше 30 градусов. А так, аккуратненько протираем губочкой, есть разные губочки для ухода. Как Али говорит, если вы не знаете, как ухаживать, заходите в Google, пишите, как ухаживать за кожаной обувью. И так делаем. Как еще Али говорит, когда вы покупаете таблетки в аптеке? Информация есть. Все такая граммажи, сколько это, какая правильно, какая нельзя. Инструкция. Инструктаж. Инструктаж есть. Обувь-то инструктаж есть. Эта обувь, это дождь. Потом эта обувь что делает? Умер. Быстро умер. Это летняя, потому что осень. Зима, совсем конечно, другое это кожа. Вот кожа, посмотри, дышит, да, Ромка? Видно, да? Когда бах, вот посмотри, цвет, видел, да? Это как летняя обувь, это дождь, потом эта обувь открывает, сломается. Но наши клиенты все умные, у них голова работает. Нет, я просто это рассказываю. Они такого не будут делать. Они все молодцы. Мы вас всех очень сильно любим. Мы вас благодарим за то, что вы нам доверяете. К нам приезжаете. Всем хороших покупок, вам хороших продаж. Спасибо. Спасибо. Увидимся. Приезжайте. Ромка здесь. Каждый пятница. Еще одна, я рассказываю о чем. Все, сейчас базар поменяет, пятница базар. Базар на улице. Прямо возле магазина. Сейчас это много людей, здесь очень удобный базар покупает. Приходите за клубничкой и заходите посмотреть. За обувь. 12 июля открываю. Али Баба здесь. Да, да, я всегда здесь, 7 дней здесь. Выключаю их, а то у нас растянется до вечера. Пока, все, спасибо вам.